Марк Аллан в первом раунде турнира в Северной Ирландии играл против эстонского игрока Андерса Петрова. В стартовом фрейме Андерс повел атаку, но ограничился он скромным подходом в 11 очков. Марк Аллан здорово раскрыл красные, повел атаку, но неожиданно на простом красном он ошибся. Ну и Петров довел дело до победы в этом фрейме. В концовке Аллан поискал снукера, но к успеху это не привело. Во втором фрейме отличный дальний удар прошел Марка Аллана, и он повел атаку. Но 13 очков набрал Аллан, и розовый простой не забил. Вновь Петров оказался у стола. Хороший подбой синего провел. И сложный красный отправил в лузу серию. Продолжил. И этот фрейм остался за Петровым. Сделал он серию 50 очков. Но еще стало уже 2-0 в его пользу. В третьем фрейме отличный дальний удар прошел у Петрова. Упал розовый. Тут не лучшим образом получился выход на розовый шар. Пришлось играть сложным ударом в желтую лузу, и розовый шар Андрес не забил. Сложная была позиция на столе. Повел атаку Петров, но ошибся на красном при игре вдоль борта. И на концовку вышел Марк Аллан. И выиграл он все-таки этот фрейм. Ошибся Аллан в четвертом фрейме. А Петров отличный дальний удар в зеленую лузу провел. И повел он атаку. Скромные подходы в этом фрейме и в предыдущих фреймах. Сумел все-таки Аллан повести атаку. И последний красный задел, но не вывел его на игру. Отличный дальний удар провел Петров на последнем красном. Вышел он на концовку. Забил и синий после неточного отыгрыша Марка Аллана. Ну а с розового на черный вышел Петров хорошо. Забил черный счет 5-3-1. В пятом фрейме повел атаку Марк Аллан. У него совершенно ничего не получалось в этом матче. А для победы нужно было выигрывать 3 фрейма подряд. И один фрейм Аллан выиграл, счет стал 3-2. В шестом фрейме повел атаку Петров, пошел он на подбой с черного на синий удар, и черный шар не забил. Это позволило начать атаку Марку Аллану, но скромным подходом он ограничился и удался подбой группы красных. Повел вновь атаку Аллан, но не забил черный с точки. И вышел уже к столу Петров. Играл из снукера Марк Аллан, и красный шар прямо в створил и застался. Петров ошибся при попытке поставить снукер за розовый, сам себе поставил снукер. И этот сложный фрейм остался за Алланом, счет стал 3-3. В решающем фрейме повел атаку Андрес Петров после точного дальнего удара на красном.
набрал 48 очков и элементарный зеленый шар. Петров не забил. И Марк Аллен получил, возможно, последний шанс на остаться в матче. Хороший красный отправил Лузин. С желтого неудачно получилось. Но Петров ошибся в отыгрыше, вновь получил шанс Аллен. Пока он даже не смог догнать Андреса в этом фрейме. И все-таки на концовку вышел Аллен. Но не забил. Не забил синий шар. Оставив его прямо около лузы. И этот фрейм и матч остался за Андресом Петровым. Он вышел во второй раунд. Team frame and match. I'm just back to you.